Ноги, ноги. Оп, сразу ответил, сразу ответил. Ударил, ушел, ответил. Вот так. Если я про центр тяжести говорю, сейчас мы продолжим, потому что я раньше время закончил. Вот смотрите, если мы с вами будем делать вот так, мы занимаемся с вами с ударной техникой для смешанных единоборств, то есть не для бокса. В боксе так можно управлять, еще раз говорю, посмотрите, вот он мне сделал, раз, два, и уклонился вот так, видите, еще назад отклонить, о, а ноги оставил. Я же там, бой-то идет, понимаете, да, бой-то идет, человек-то видит, что происходит. Поэтому он меня бьет и так выходит, бах, бах, я опа вышел, и он отсюда уже никуда не ушел. А если бы он на ногах выскочил, центр тяжести посередине. Оп, то есть видишь, он, убери, раз, убери, все, встань, отклонись. О, попробуй брать. Когда мы загружаем ноги, тогда не успеем уходить, поэтому центр держим, центр тяжести. Раз, два, оп! Видите, вот это движение, мог прийти. Если он убирает только лицо, только лицо, только лицо, только лицо, только лицо, только лицо, убирай. О! Значит, он не убирает здесь, то есть он оставляет здесь, понимаете? Опять, в этом же самом смысле. Бам, бам, уходишь. Видите, может уйти. Если оставляет, никуда никто не уходит. Понимаете? Поэтому нужно четко двигаться в ногах. Вот если я ему ударил, и он мне... И теперь попробуй меня из ноги взять. То есть мы всегда будем двигаться, потому что центр тяжести посередине, ноги свободно могут работать в любую сторону. Продолжим. Не проваливайся. Не проваливайся. Ногу. Бам, бам. Во, ногу выращивай. Вот. Плечо дальше, Вась, плечо дальше, правое. Вот, дальше, в дальнее плечо бей, вот, в дальнее плечо бей. На ноге поворачивайся. Сейчас мы с вами делаем с уклоном, то есть сейчас он двоечку бьет, раз, два, оп, и сюда, оп, да, и поехали. Оп, оп, хорошо. Оп, оп, сюда, раз, плечи. Оп, чему в дальнее плечо бьем? Для того, чтобы побудить его правильно технически исполнять, то есть доносить до конца. Если будем в это плечо бить, то оно будет вот такой корявый, так у вас запишется здесь такое корявое движение. И нога не повернется, и руки будет достаточно, и у нас все время вот так вот будет он ушлеп. Вот. Что мы с вами делаем? Мы, который вот я стою, он мне бьет в плечи, я ему даю, вот я хоть и в стойке стою, но я ему даю возможность ударить в каждое плечо. Раз, да. Отвечаю то этим, он мне бьет. Бах! То этим. А! Почему отвечаем разными руками? Во-первых, мы отрабатываем эти удары, момент тренировки, момент его тренировки этой комбинации. Во-вторых, принуждаем его при уклоне делать отшагивание в сторону. Почему? Потому что стоя на месте, уклон на месте, раз, вот, от левой он может уйти, стоя на месте. А когда правая будет биться при этом отклоне, как раз он попадает по бороде. Поэтому нужно всегда делать, стараться всегда делать отклон, там как бой покажет. Но мы должны стремиться к тому, чтобы уже заранее наша организованная защита была таким образом, чтобы исключать различные нюансы. То есть мы не знаем, правый нам ответ, левый нам ответ. А там скорость очень большая, там некогда думать. Думать, пока ты
пока ты тактически можешь выбирать, думать, там, раз, как построить сейчас, я раз, обманул. А когда понеслось уже, то там и думать некогда, там рефлексы работают. Поэтому воспитайте эти рефлексы. Еще раз. Раз, два, о, да, хорошо. Раз, два, о, да. То есть и работаем то же самое. Ударили, ногой повернули, все работает на ногах. А тот человек, который стоит, которому бьют по плечам, он не просто стоит, и не просто ему бьют. Он тоже боец, он тоже как бы работает, он тоже помогает, и у него своя задача. Технично отрабатывать удар. Поехали. Не отворачиваем лицо, лицо в грудь. Хорошо, лицо в грудь. Угу. Хорошо, молодец. Молодец. Никита, лицо не отворачивай, вообще не отворачивай. Вот мы с вами работаем. Мы начинаем уклоняться. Раз, два. Начинаем уклоняться, и у большинства вот так вот. Мы уклоняемся, я говорю, смотреть туда. Вы можете думать, что вы смотрите, но вы так косите туда. А вот посмотрите, в каком положении у вас находится подбородочек. Вот он летит кулак. Дэн! Понимаете? А нужно привязаться, как вот башня. У танка башня. Навели цель. Танк может ездить как угодно, а башня приклеена. Поэтому мы с вами когда раз. О, видите? Я смотрю, четко как смотрел, то так и смотрю. Но подбородочек у меня закрыт. И если он мне будет попадать, в голову будет бить, максимум, что он мне сделает, он мне ударит здесь в лоб, разобьет. Ну, если в перчатках, то в принципе ничего не забьет. А так. Видите? Челюсть она открыта, и он повернется, обязательно ударит. И тогда вы уплывете. Нокдаун уж точно обеспечен. Поэтому вы не открываете, никуда не убираете. Вот это вот движение. То есть вот это движение, еще лишнее движение головы, это еще дает дополнительную инерцию тела. Потом с этим нужно справляться, потом опять нужно возвращаться. Понимаете? Держите голову. Слишком далеко не просаживайся, Вась. Вот, чуть поменьше. Вот. Побыстрее можно работать. Начинаем работать. Первый, я боковой левый, то есть передний левый, да? Оп, боковой ему. Он сразу отвечает. И он сразу правый. Значит, что мы с вами делаем? Теперь начинаем. Защита, удар и защита. Оп. Оп. Мы с вами, один формирует и защиту, и контратаку, а второй формирует атаку, защиту и контратаку. Понятно, да? То есть мы не просто стоим, ждем, а канал по ударит по плечам, а мы уже сразу формируем защиту. Раз, ответили, раз, защитились. То есть для того, чтобы этой рукой мы защищаемся, я бью, да? Бью тренировка. О, и удар. Для этого нужно четко работать, согласованно, чтобы мышцы работали ног. Если будет ног работать мышцы, то мы быстро встанем на место. И если мы просто сработаем плечевым поясом, то он нас уведет. Мышцы крупные, большие, повели туда, пойдет круговое движение, вот такой мах, мы будем пока возвращаться, нам пока раз попадут по брови. Вот. Поэтому стараемся работать. Дети, сейчас отвлекусь. Еще раз. То есть работаем очень коротко. И теперь я еще отвечаю тебе, и ты уходишь на ручку. О, да, вот смотри, и не отвечаешь. Оп, а, видишь, вот. Уходи. Оп. Вот, еще раз. Я вот про это движение как раз называю. Раз. И опять готова этой же рукой защититься. Ударили. Этой же рукой готова защититься. Понимаете? То есть
Для этого нужна легкость, скорость, подвижность на ногах. Еще раз, поехали, начинаешь. Не делайте вот так, старайтесь сделать дальше, чтобы дырки вот здесь не оставалось, чтобы туда ничего не прилетало. В боксерской перчатке там какая-то дырочка позволительная. Когда тут шингард или нет вообще ничего, то просто пролетит и упадет. Поэтому в защиту делайте локоточек повыше, сюда где-то, к уровню, выше глаз. Поехали. Ноги не забывай. Бьешь ноги, работай. Ногами, вот. Руки не растопыриваем. Руки вместе собраны. Нырок делаешь? Закрывай себя, хорошо. Закрывай, вот. Закрывайся. Закончили. А теперь смена рук. Теперь удар начинался у нас с левой, да, передней. Теперь бьем с правой боковой. Поехали. Ноги. Мы с вами вот двоечку, он отвечает, и мы его бьем. То есть мы двоечку и туда вынули. То есть все, работаем. Как вот поработали сейчас, так вот, на технику, да, по плечам. То же самое здесь работаем. То есть тот, кто на лапах, его спокойно, как бы немножко старается накидывать, чтобы чувствовал свой удар. Не силы, то есть вот этот момент. Кстати, да? Казалось бы, лапы, да? А нужно чувствовать тоже момент удара, да? Гайло, когда раньше сделаешь, удар у него не получится. Позже сделаешь, вот так будет удар. Поэтому здесь тоже воспитывается чувство момента. Поэтому очень хорошо, когда друг другу держим лапы, то есть мы еще воспитываем вот этот тайминг, получается, когда мы можем почувствовать вот этот удар, да? И вот то же самое воспитывается. Итак, вот мы стараемся не держать широко. Ты тоже стоишь, как все. Мы бойцы, он боец, я боец. Все. Опять все точно так же. И туда бьем. И накидываем лапки. Накидываем. Да, вот сейчас будем хорошо стоять. Потому что когда лапы плохо держат, тогда и тот человек, который с вами работает, он постоянно не удовлетворен. Ему все время кажется, что он неправильно бьет, что он как-то не так бьет, да, не достает или еще что-то. И удар некачественный. А в общем-то, он может быть технически, а мы просто пока не привыкаем там где-то поймать. А нужно просто поймать момент. Раз, раз. И не забывайте, что вы как бы увлекаетесь. Не просто там стоите, и он по вам бьет, а вы тоже как боец начинаете работать. О! То есть и мы работаем, все. После удара обязательно начинаете уходить. После того, как я закончил серию, он начинает ответ. Обязательно кидайте, любой рукой, просто кидайте там в него, чтобы он один, два удара, неважно, кидайте, чтобы он не оставался. Почему? Потому что если мы тренируемся так, ба-ба-ху, и стоим, да. А когда потом бой, тогда тренера кричат, не заставивайся, а как не заставиться, когда он привык заставиться? Поэтому вы уже на тренировках не привыкаете заставиться. Уже друг друга отстегивайте, чтобы двигаться. Ударили. Раз. Ушел. Раз пошел обратно. Понимаете? Поехали. Отвечай. Ага. Оп, вот.
Хорошо. Вот, хорошо. Хорошо, хорошо. После всего ответь, после всего ему ответь, чтобы он не заставил. И кинь ему опять. Ты что так вяло? Ты пробивай лапы, пробивай. Ты уже заканчиваешь движение, у тебя уже закончено. А ты пробивать должен с максимальной скоростью лапы. Насквозь пробивай лапу. Вот смотрите, я хочу вам сказать про уклон. Вот сейчас как раз с Ильей говорю. Вот смотрите, мы опять посмотри, мы очень много смотрим, и это обилие информации, мы не можем понять, где правда, где неправда, где есть наука, а где есть просто как бы ну, человеческие как бы, предпочтения. Да? Вот мы насмотрелись там, уклон Тайсона, да, ну вот посмотрите, вот идет удар, грубо говоря, да? Не вот, да, вот. Мост вместо этого уклона. А, тут классический уклон. Мы же заряжаемся, бить надо все, вот мы как бах, у нас уже все разлетается. И в этот момент мы сами можем бить. Или вот уклон, оп, а потом нужно встать, а потом нужно уже ударить. А здесь мы уже закручены на этот удар, то есть мы заведены на этот удар, это раз. Во-вторых, теперь посмотрите, вот в этот момент, когда я ушел, оп, вот так, видите? Оп, проход в ноги, есть. Теперь, я вот так ушел. Проход у ноги. Разница есть? Просто вот из этого я этот проход, я вот только смогу помочь ему. Да? Когда он пройдет в ноги, вот из этого положения, да, вот начинает ноги проходить. Я могу только его помочь. То есть все, я его накрыл сам, да, и он меня я полетел. То есть мне труднее будет. Потом что-то нужно делать, будет труднее. А здесь, мы уже как бы раз, и уже вот здесь мы на этом уровне. Закончить, потому что все идет само собой. Я к тому, чтобы, ну, как бы голова работала. Должна работать голова. Не просто мы должны видеть и повторять что-то. Или другие там, у нас ведь тоже мы же многие, как бы, вот старая школа, да, это старая школа. Их вот этой хренью, как бы, они это не тренируют. Там уже молодая школа, новая школа, там, мастеров спорта, которые там уже насмотрелись, накидались, где-то выступали, они уже по-своему все строят, американцы берут пример. Так же, как нельзя любого человека, любого из вас, стать таким же, как Рой Джонс. Просто невозможно. Рой Джонс, он один. И один был Тайсон. Причем, когда он был таким один? Когда был жив его тренер. Как только он умер, Тайсон перестал существовать Тайсоном. То есть он перестал быть. Потому что сам он как бы... Он всегда был под наблюдением, всегда его вели, всегда его направляли, всегда его... Он был такой, у него была огромная мышца, у него был огромный потенциал, у него огромная была скорость, у него великолепная была эта вот мощь, да, которую не каждому из нас развить. Поэтому к этому надо стремиться, но просто чисто технически нельзя ломать себя. Коль мы собираемся заниматься там, где смешанные единоборства, там присутствует и борьба, и ногами, и руками удары. Поэтому надо понимать, что это нужно уметь скомпоновать, а борьба – это всегда прямая спина. Она может быть согнута, она может быть наклонена, она может быть все что угодно, но она прямая. Из такого положения согнутого ты ничего не сделаешь. Из такого согнутого ты ничего не сделаешь. Поэтому спина всегда прямая. Она должна работать, мы должны качаться на ней, а не просто там согнуться, туда уйти. Это я к уклону. Сейчас мы продолжаем действие, смотрите, как лапа там у кого. Это же самое действие продолжаем. Почему мы всегда будем продолжать это делать? Да? Потому что шлифуя вот это,
Мы продолжаем комбинацию. Нога с левой. Бью малыш с левой. То есть вот все. То есть наша с вами задача. Мы это же самое шлифуем, другое как бы приклюкаем сюда. И выходим. То же самое. Раз, ушли. На ножках повернулись. И сразу идет туда. Ничего лишнего переступать не надо. После того, как мы уклонились, мы ударили, ножки повернулись. Потом они разворачиваются и сразу бьет это надо. Если ноги не будут повернуты, то мы будем переступать. Переступать — это время. Вы даете шанс. Когда вы переступаете, вы даете шанс человеку. И он его может использовать. Поэтому старайтесь не использовать. Старайтесь, чтобы вот преступления не было. Поехали. Вот, засаживаем. Ты что, Андрюх? Вот. Весь удар, иначе получится два удар, весь у нас получится. А мы шагом смещаемся. Точно так же, как смещались при уклоне и встречном ударе. То есть мы ему раз, и он здесь. Там сюда ударим. И аккуратненько туда бьем. Мы всегда с вами будем готовы. Мы всегда прихватим. Руку, ногу начинаем, смотрите, не ловить. Когда ударил, мы его поймали. А вот здесь. Уже берем здесь. Уже его там забрали. Вот здесь забираем. Видите? Уже забираем. Не принимая, цепляем. Хотя бы даже ушли, приняли удар. Как бы он здесь еле-еле нас, да, касается. Не так уж сильно, скажем так. Не травмоопасно. Но тем не менее, лучше вообще брать. Вдруг не успели уйти. Вдруг не успели... быстро. Поэтому сместились. Хоп, забрали. И прям заряжайся одновременно. Не жди, пока ты его поймаешь. Сразу втыкаешь ногой. Бам, да, да, сразу втыкаешь. Вот туда. В общем-то, я просто что хочу сказать, что то же самое можно наблюдать и у боевых мастеров. То есть мы же любим только привязываться друг к другу. Вот там у тебя рука открыта. В общем-то, когда люди дерутся, у них все время все открывает. То есть, может, исключение там, вообще действительно высокого класса людей. А так даже на уровне, вот, смотрите сами, все вот как бы открыты, начинают рубиться. Вот когда он бьет ногой, да, когда он бьет, вот у вас большинство остается. Мы начинаем бить и вот так вот раскрываемся. Тоже не надо раскрываться. Почему? Потому что, вот смотрите, вот сейчас согнута нога, да? Вдруг что-то не получилось, вдруг мы чуть-чуть где-то там проморгали с одной ногой. Оп, видите, что получится? Вот эта рука пойдет уже в рыло. И уже мы получим по челюсти. Поэтому, когда мы начинаем ходить, мы вот, у нас, чтобы потом у нас была возможность добавить. То есть, сразу срубится, как бы, да? Сразу срубится. Хорошо. А не срубило. Надо все время организовывать все таким образом, чтобы добавлялось. Да, чтобы добавлялось. А иначе что вот он там, да, вот бух, я там раз вышел, вот так. А вдруг не срубил, а вдруг не получилось, а вдруг я поскользнулся, что-то там со мной. А я вот так. А он подтянул ножку и сразу в рожу. Бах!
и все, понимаете? То есть всегда держите, всегда держите, всегда организовывайте таким образом, чтобы у вас была защита. Так, все, погнали. Задача. Опять двоечка, но он будет бить передней ногой. Да, он будет бить передней ногой. Да, передней ногой, и то же самое мне порт. Оп, вырвал сюда. То есть опять за счет чего работает? За счет маленьких. Работает. Понимаете? То есть сейчас бросать не надо, сейчас можно только делать ход. Я просто говорю форму защиты. Вот теперь смотрите. Это же форма защиты у нас. Она сейчас вот мы с вами продолжим от фронткиков, да? Вот то же самое будет. Убей фронткик. Вот. То же самое. Такая же форма защиты, как и вот сейчас. Мы от этого маваша, от этого бокового, от этого мидл кика. Или там он будет, неважно. Даже, кстати, борцы вот так берут сюда, хватают и берут. То есть это очень простое как бы движение. Двоечку, начинает бить, все. Стоило только продолжить движение, он полетел, все. Вот, поэтому очень важны ноги. Если мы будем вот так проваливаться, видите, и он просто сдолбанет ногой, мы не видим, он просто ничего не успеет. Так проваливаются борцы, потому что они как бы бить не очень умеют, а их задача основной конек бороться. Когда они просто для того, чтобы пройти. Но это опять, сейчас уровень растет, ударников очень много хороших становится, поэтому уже становится сложно. Гораздо быстрее вырубить человека, быстрее, если компетентно, чем бороться. Бороться очень долго, силы тратят очень много. А уже люди поняли, что гораздо проще победить, когда ты бьешь. Если ты там удолбилась, хорошо поставлю ножки, ручки, если ты бьешь хорошо, двигаешься хорошо, то уже как бы бороться, это очень надоело. Вот, поэтому еще раз посмотрите, а за ногами, да, ноги. Да, да. Подожди секундочку. Бам. И вот в этот же момент человек начинает наносить удар. Бьешь. Вот он. Вот он подхватил. В принципе, раз он полетел. Вроде как бы с апперкотом пошел. Да. Это движение похоже на апперкот. Он идет вот отбив и вроде как апперкот. И если нам не нужно его бросать, а нам было достаточно перейти в ударное, потому что мы не умеем, например, бросать, да, то это получается так. Раз, два, оп, бам. То есть у него оп и бам. Все. Движение идет здесь немножко, видите, раз, два, оп, вот отсюда. Немножко. Вот здесь идет немножко вот так. Как я вам говорю, не надо при апперкоте делать, но здесь именно она идет вот отсюда. Потому что основное движение должен быть подхват. Подхват ноги. То есть вот такое движение. Старайся спиной сейчас не становиться. Опа, да. Почувствую, как ты его подхватываешь. Почувствую. Ты сбоку бей ногой, сбоку, не прямой, не фронтки. Оп, подхват. Почувствуй. Удар сильнее бей ногой. Сильнее его бей, не бойся. А ты его почувствуй, подхватывай. И плотнее к нему, ближе. Так, парни, ближе голову, голову ближе к телу. Голову ближе к телу. Опять руку закрываешь, голову ближе к телу. К его телу. Ближе к его телу. А это значит ногами надо работать. Поменялись.